содержит в бункере на другой стороне острова. На другой стороне? Если мы поплывем туда, нас засечет радар. Будет разумнее пройти через исследовательский комплекс. А что там исследуют? Сейчас некогда рассказывать. Внимательнее смотри по сторонам. Если что-то выглядит опасно, оно в самом деле опасно. Всем здорово, дорогие друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить легендарный Far Cry 1. Итак, мы пробрались успешно с вами через лагерь наемников, пробрались на пирс, где нас подхватил Дойл на лодке и привез на другую часть острова. Вот. Теперь нам дальше надо продолжать поиски Вэл. Нам нужно отправиться, вот, найти здание в лабораторию, найти вход в пещеру. Конечно, я прав. Какую-то лабораторию, короче, надо найти вход. Бляха, здесь, смотри, сколько. Здесь целая просто арава. Просто целая арава. Понадобится побольше, чтобы я... Но... Я тоже так думаю. Понадобится побольше боеприпасов, чтобы загасить целую толпу. Так, как бы туда пробраться? Вот в чем вопрос. Менее тихо, как бы туда пройти. Меня почти видят. Охренеть, ты смотри. Просто жесть. Поступил приказ. Охренеть. Так. Надо пробраться так, что где поменьше. Поменьше, наверное, травы, потому что я тоже из-за этой травы ни хрена не вижу. Давай здесь попробуем. Я сейчас вот здесь заныкаюсь. И они попрут, наверное, где-то вот с этих сторон. Сзади по-любому не смогут. Сзади нет. Нет куда идти. Так, минус один. Блин, надо было, короче, ППХ взять. Но я уже пошумел, короче. Вертушка. Вот это херово. Это херово. Никого не вижу. Они сейчас ко мне все попрут. Хотя на радаре вот они стоят на месте. Возможно, те, которых я еще не смог отметить. Так, где вертуха? Где-то здесь, где-то надо мной летает, что ли? А, вон она. Она, походу, высадила, короче, и улетела. А, нет, она еще только собирается высаживать подмогу, поэтому мы их тоже сейчас мы, короче, отметим. Вон, высадились как черепашки ниндзя, короче. Так, минус один высаженный патруль. Ну, не патруль, а кто они там, наемники. Так, опа. Здорово. Здорово, здорово. Он еще там пробежал, я видел. Отлично. В желтом комбинезоне. Так, здесь никто не лезет. Вот тихо, спокойно. Вот эта башка.
Да, это была башка. Это была башка. Так. По карте вижу, движется ко мне. По радару. Ну давай. Жду тебя, дружище. Жду. Не дождусь. Ты кто? А, это труп. Ладно. Здорово. Я тебя как раз жду здесь. Дружбан. Вон еще двое. Двое из ларца. Так, отличненько. Так, 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 кто-то меня видит. Где ты, откуда-то стреляет, откуда? Где? Где-то совсем близко был, короче. Это тот, которого я, наверное, я не... Это, биноклем, короче. Не зачпокал. Ну и где ты, говнюк? О-хо-хо, смотри, лезет. Либо это он был, либо это не он. Одно из двух. Так, ну что, попробовать поближе подойти. Их там еще ого-го. Их там еще ого-го. Так, а если мне пройти вон там поверху? Ну-ка, давай-ка. Испытаем судьбу. О! Какая, как бы так, удобная позиция, можно сказать, да? Бляха, а чё такое? А чё такое? Вы говорили, короче, есть клавиша смены оружия, ой, смены огня. Вот она. Короче, одиночный и очереди. И когда одиночный, меньше разброс идет. Ну, в принципе, эта фишка пригодится для ППшки, наверное, то, что у нее разброс большой, а у М-ки, в принципе, как бы нормоль. Так. Ну где вы там? Угу, он ползет. Ну давай, я тебя не убил. Говнюк, а? Смотри какой. Я его из-за дерева херово вижу, короче. Ну где ж ты там? Давай, влазь. Для тебя есть хороший, отличный подарок. Так, смотри, он куда-то пропал. Странно. Или я его убил все-таки? Так, ну они, вон они, на дальней части получаются. Ну что, попробуем? Давайте попробуем побраться вот здесь как-нибудь по обочине, по краешку, не по дороге. Так, окей, где-то рядом. Давайте возьмем ппху, наверное. Они меня как бы не слышат, не видят пока, и я, в принципе, могу по-тихому, не шуметь. Так. Где-то слишком близко. Где же ты, дружище? Очень, очень близко. Где ты? За камнем? Скорее всего. Ни
отлично. Так, минус один. Движемся дальше. Надеюсь, я всех отметил. И как бы не будет тех, кто просто из ниоткуда возьмутся. Так, лоп. О! Такой. О! О! В меня попали! О! Ляха! Ну-ка. Собака в дом убежал, да? Куда-то. Конечно, вот Джека руки так на армуль трясутся, когда он целится. Ну где ты там, но... Падла, смотри. Может его оттуда... Бля, ёпт! Ты... Жесть. Молодец, красавчик. Так, ладно. Окей. Да что ты? Блин, они такие стали. Они, короче, с этими, с брониками, и теперь тяжелее замочить. Еще эти пальмы мешают. Отлично. Какое нахер подкрепление? Нас так? Атакуют! Нас атакуют. Так, где? Где шлепнул? А где? Вон он. Вон он где? Так, ладно. Давай вот так перебежками. Я надеюсь, здесь я тоже замочил всех. Может, здесь есть какая-то бронька в этой хижине? Отлично. Отлично, еще и карточка какая-то. Карточки мы любим. Карточки это хорошо, карточки могут быть... Ух ты, еще и сохранка. Просто шикарно. Карточки могут быть от какого-нибудь хранилища оружия могут быть. Ну-ка. Хлоп. Хлоп. Могу еще стрельнуть вот так. А, надо выше. Воу, народ. Отлично. Так, там ко мне бежит, там дальний или нет? Или он там заныкался и все? Ладно, хер с ним. Погнали. Ой. Ага, вон ты где. Да он там не один. Слушай, я думал там меньше. Так, отлично. Гади, дай-ка я имку возьму, она хоть она по той, она помощнее. Вот так вот. Был пацан и нет пацана. Так, ну в принципе мне вот сюда куда-то. Что это за звук? Нужно подкрепление, чтобы разобраться с одним единственным парнем. Обещаю, если здесь будет то же самое, вам крышка. Вот вам мое подкрепление. А ну за дело! Бляха. Отлично. Повезло. Да, Джек у нас крут. Видишь, даже... Главный там дядька сразу кипишует. Вы чё не будешь справиться с одним парнем? Вы чё такие? Все, ништяк. Ай. Будем надеяться, что эта тварь была одна. Хера.
тут поворот. А как он умер-то? Ай! Просто ай! Ай! Так. Судя по всему, она убежала вот туда. Ты там где? Мне стало сложнее отслеживать твой сигнал. Ты думаешь, я знаю где? Похоже на какую-то пещеру. Понятно. Станция забора морской воды. Станция забор морской воды? Окей, так, ладно. Там есть у нее... А, у меня, в принципе, боекомплект полный. А, говорю, убежала куда-то сюда. А, она, может, убежала туда наверх, в дырку? Возможно, мне... Это что такое было? Возможно, мне сейчас пока что ничего не угрожает. Как вариант. Sub-level. Бляха, это музыка такая. Ёпта. Чёрт, свет вырубился. Только... Там где-то есть лифт, так ты попадешь в исследовательский комплекс. Ясно. Хера себе, свет вырубился. Всегда вот так свет вырубался, просто все затрясло так. Кто-то сдох, слышал там еще. Так, надо, короче, вырубить фонарик. Я думаю, здесь сейчас будет кто-то. Чтобы не привлекать внимание. Так, а что мне надо сядьте в лифт? Дети, сядьте в лифт, сядьте в лифт, сядьте в лифт. Эй, кто там ходит? Попался! Попался! Леха. Они сейчас будут окружать, наверное. Дом Риты. Погоди, или он один был? Регулятор. У нас нет времени, чтобы возиться со всякой ерундой. Знаю, что мне дергается? Знаю, но быстрее я не могу. Ты не видел мой разводной ключ? Я тут течь нашел. Нужно поскорее ее остановить. Сам его ищи. Я занят тем, что прикрываю наши задницы. О да, я чувствую себя в безопасности. Ты ничего не заметил? Чертовщина. Все отлично. Прикрыл задницы. Отлично. Опа, еще один. Хорош, хорош, хорош. Что, есть здесь еще? Есть кто еще? Есть кто живой? Так, аптечки, хорошо, патроны. Это у меня все полно. Неплохо идем, неплохо. Так, что здесь? Интересно, а что... Интересно, а что он, короче, ремонтировал, чинил? Если можно было подойти просто и рубильник дернуть, и все заработало. А этот там что-то разводным ключом там. Или у него силёнок мало, что ли, было, чтобы это... рычаг дернуть. Говорю тебе, нужно побыстрее отсюда уходить, иначе нам конец. Я знаю, но пока не будет запущен генератор, мы отсюда не уйдем. Стреляй во все, что движется, и все будет хорошо. Понял. Как вижу движение, стреляю. Все будет хорошо. Озвучка вообще класс. Озвучка класс, мне нравится. Так, я почти рядом. Рядом с лифтом, я так полагаю. Ой, нога затекла. Так. Это что? А, это поршни. Поршни! Ты ничего там не видишь? Леха. Ничего ты не видишь? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Героев там. Героев там повы... Повылазило, ты повылазило. Так, ладно. Хорошо. Раз меня спалили, уже можно с эмки пошуметь. Ага, вижу. Блин, я думал, здесь маленькое такое местечко. А это смотри, как сколько тут. Так, погоди, что-то новое, что ли? А, пекаль. Пекаль мне не нужен. Так, ну ладно.
Кригер Корп. Это вот этот Кригер, короче, который тут что-то мутит на острове. Так, там что? Ну, допустим. Погоди, а куда мне идти? Я что-то не понимаю. Мне... А, наверх, наверное, подняться надо. Будет все ништяк. Да, вот он, лифт. Отлично. Это место сплошной ад. Мне кажется, подорвав центр связи, ты вызвал суматоху на всех островах. Драгины воспользовались этим и сбежали потрясающе. Йо-хо! Это вот этот Рагины, короче. Это вот эти монстры, это Рагины, короче. Так, куда мне идти? Эти два ублюдка убежали туда.